В Московской области есть замечательный заказник – Москворецкий пойменный, известный также под названием Виноградовская пойма. Это одна из ключевых орнитологических территорий региона. Десятки тысяч перелетных птиц останавливаются здесь на пролете. К сожалению, пока здесь довольно много проблем. Поджоги травы и браконьерство случаются довольно часто. При этом, как выяснилось, многие местные жители даже не знают, какая природная жемчужина у них под боком. Поэтому наша команда решила начать с того, чтобы рассказывать детям в окрестных школах об их местной достопримечательности. Вот, например, норка. Ее сфотографировали тоже в Виноградовской пойме. В этом году мы пришли к ним с настольной игрой, которую сами разработали. В ней каждый участник может почувствовать себя в роли перелетной птицы. Большинство людей даже не задумываются, как тяжело приходится птицам на пролете, сколько препятствий и опасностей их ждут. В этой игре все как в жизни. На птиц воздействует погода. У нас меняются погодные условия. Сегодня будет дуть южный ветер. Им трудно преодолевать препятствия. Здесь у нас большой пролив. Овсянка, луговая птица, она не может пролететь на пролив. Поэтому извините значок, что с этой точки птица возвращается вот сюда. На маршруте их пролета возникают дополнительные сложности в виде браконьеров и экологических бедствий. И только экологи могут прийти им на помощь. Можно долго рассказывать о том, как трудно приходится птицам в природе и как важен для них отдых на таких ключевых территориях, как Москворецкий пойменный заказник. А можно просто дать детям примерить в игровой форме на себя все эти тягоды. На наш взгляд, это оказалось продуктивнее. Ну, а дети ушли с игры веселыми, унося с собой подарки. Магнитики с той птицей, за которую они играли.